Сегодня мы беседуем с активистом из Тихоокеанского института биоорганической химии по поводу точной застройки, проводимой компанией «Армада» на территории Академгородка. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, чем занимается ваш институт и почему вы считаете, что возле него недопустимо проводить точную застройку. Меня зовут Антон, я работаю в ТИБОК ДВОРАН, занимаюсь исследованиями различных полисахаридов, получаемых из водорослей преимущественно и продуктов их ферментивной трансформации. Наш институт вообще занимается исследованиями различных органических веществ, как вы сами понимаете, институт биоорганической химии. На основе наших исследований создаются различные лекарства. К сожалению, до конечного потребителя из них доходит не так много, как хотелось бы, но это в большей степени связано с проблемами промежуточного звена между исследованиями и конечным производством. Вот уже почти месяц возле наших институтов идут строительные работы. Началось это все с того, что возле ФНЦ «Биоразнообразие» вырубили лес, потом там возвели забор, сейчас уже роют котлован. Возле другого института ТИБОХ уже возвели, поставили столбы, чтобы возводить забор, и сегодня-завтра начнут деревья рубить. Мы уже обращались во все инстанции, выходим на митинги, пикеты. Нам говорят, что все, как говорится, в законе. Видимо, в том же, из-за которого Косята Кобелок уже который месяц держит в той тюрьме. Ведь как бы никто ничего сделать не может, хотя законные клише со всякие принимают с пулеметной скоростью. Тяжбы это идут уже больше 10 лет, но порубочные эталоны выдал только сейчас, с приходом в кресло мэра Олега Гуменюка. Именно он решил, что 2000 деревьев городу не нужны. Ему мнение ученых его не волнует, как он сказал, вы сами виноваты. Будущие конфликты ученых с жильцами тоже не его проблема. И это ведь не какой-то изолированный инцидент, он точно так же хочет вырубить лес на Тихвинской. Жители местные против, но они не хотят, чтобы их лишали чистого воздуха. Но тем не менее, Гуменюку, видимо, их мнение не волнует, так же, как его не волнует будущее Академгородка. В институте создана какая-либо организация по проблеме застройки? Сотрудники коллектива как-то проявляют с вами солидарность? В принципе, конечно, у нас солидарность есть. Практически все сотрудники наших институтов против этих строек. Как вы знаете, не так давно был пикет 13 марта, массовый, около ТИБОК ДВОРАН, около ФНЦ «Биоразнообразие» с тем. И на них выходили сотни человек, наверное. Около 200, если не ошибаюсь. А в СМИ это как-то освещалось? Об этом были статьи на Vel.ru, Vlad News тоже писали. Сотрудничаете с какими-либо другими группами? Дольщики, экологи? У вас есть, например, Татьяна Шевкова из Института биоразнообразия, которая состоит в экологическом совете. Я сам формально не состою ни в то, ни в другое. Но вообще у нас есть группа в WhatsApp, куда сообщают о различных таких проблемах, не только связанных с сроками возле институтов, но и с другими. Например, как об акции, как на Дебаидзе собирались люди выразить протест против точной застройки рядом с их домами. Протест, который, как вы знаете, наверное, уже перерос в итоге в конфликт с приехавшим представителем застройщика. Собственно, те здания, которые хотят построить возле наших институтов, тоже можно квалифицировать как точную застройку.
Я правильно понимаю, что у вас с одной стороны медицинский центр с моргом, а с другой ваш институт, который работает с неизвестными веществами? Ну да, в принципе, именно так дела и обстоят. Мы работаем с разными веществами, среди них встречаются и токсины. Ну, по технике безопасности работа ведется, естественно, под тягой. Все это выбрасывается в воздух и может, в принципе, осесть где-нибудь, скажем, на детской площадке будущей какой-нибудь. И если люди заболеют, то кто будет нести ответственность? По идее, должны нести те, кто строил, зная опасности, и те, кто разрешал строить. То есть примерно так же, как на Тихвинском, где лес выполняет функцию санитарно-защитной зоны, кладбища и крематория. Да-да, совершенно верно. Вы видели на Ньюсвелл статью от земельного юриста Кучина? Что вы о ней думаете? Ну, да, я ее видел. В принципе, не могу сказать, что я ее так четко помню, но я понял, что он, в принципе, говорит, что его позиция сводится к тому, что все правильно, все, как говорится, в законе, так что... То есть академики сами виноваты? Ну, в общем, да. Суть такая. Что вы планируете делать дальше? Ну, лично я планирую принимать участие во всех акциях протеста, которые у нас будут проводиться, делать все от меня зависящее, чтобы доносить ту проблему до общественности, чтобы отстаивать нашу природу и нашу науку. Тем более, что вот буквально на днях, ну, я слегка отвлекусь от темы, буквально на днях вышло исследование. В Европе и США 18% патентов, заявок на патенты, подаются выходцам из России. То есть можете представить, какая у нас утечка мозгов. Хорошо, спасибо вам за интервью. Пожалуйста.